последние дни ноября 2022 года на планете фиксируется аномальная вулканическая активность. 28 ноября на острове Гавайи о себе напомнил самый крупный действующий вулкан в мире – Мауна-Лоа. Частота землетрясений увеличилась с 10-20 в день до 40-50 за этот же период. Двумя днями ранее в Эквадоре проснулся один из самых опасных вулканов в мире – Котопахи. С 25 ноября сейсмическая сеть начала регистрировать толчки, связанные с сильными выбросами газа и пара. Еще одна горячая точка – вулкан Сан-Мигель в Сальвадоре. 27 ноября он начал выбрасывать газ, пар и пепел до 14 раз в сутки. В этот же день в Италии проявил активность вулкан Этна, когда у основания юго-восточного кратера открылась новая эруптивная трещина. А на Камчатке одновременно начали извергаться вулканы Шевелуч и Ключевская сопка. На конец ноября 2022 года, согласно данным сайта мониторинга вулканов, всего по всему миру зафиксировано около 30 активных вулканов. Старейший вулкан Котопахи начал извергаться в Эквадоре 27 ноября. Власти страны всерьез опасаются того, что извержение по силе может сравниться с Везувием. Первое извержение вулкана после 140 лет молчания произошло в 2015 году. Столбы пепла, по разным оценкам, достигали от 5 до 8 километров в высоту. И вот он снова начал свою активность 27 ноября в 2022 году.